Всем привет! Сегодня мне нужно сделать торт в нежно-розовых тонах. Взяла насадку 202 изогнутая роза, окрасила вот таким красителем пурпурный. Взяла буквально пол капельки, чтобы вот нежно-нежный оттенок розовый получить. И для основы срезала пакетик. Розы мне нужно сделать небольшие. Делаю основу и давлю на мешок и кручу гвоздик. Начинаю делать лепесточки. Теперь берем насадку 101 с зеленым кремом. Топ-продукт зеленый. И смешала персик Редо. Делаем зелень. И отсаживаем. Теперь будем делать орхидеи. Я взяла насадку. Роза вот такая. Она у меня из набора. Без номера. 2 сантиметра у нее на выходе. Для серединки я взяла хризантемка 79. Также желтый цвет срезала пакетик просто. Значит, сначала делаем основу. И вот так по краю немножко ее повыше делаем, чтобы листики наши не падали. Теперь берем насадку роза и делаем 3 лепесточка, давим, поворачиваем насадку и обратно возвращаемся. Так вот давим, ведем и обратно. Ставим прямо в серединку, давим и крутим гвоздик. Раз, отпустили. Ставим рядышком и опять давим, крутим, раз, отпустили. Теперь немножко ее посыпем сухим красителем. Берем нашу серединку, насадка 79, ставим серединку, давим. Ведем, 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 потом разворачиваем аккуратненько и давим в этот момент. И возвращаемся обратно. И ставим 2 таких вот как бы листика. Раз и 2. Теперь я вот взяла гелевый краситель, розовый топ-продукт, и немножко в серединке разукрасим. И вот берем желтый крем, срезанный пакетик, и ставим тычиночку в серединку. Вот такая получается орхидея. И теперь сделаю хризантемочки такие небольшие. Насадка у меня 81. Значит, основу сначала делаем. И начинаем хризантемку. Серединку сначала. Накладываем друг на друга. Давим и ведем вверх. И не забываем крутить гвоздик. И начинаем их открывать, так как мне нужна небольшая хризантемка.
И я хочу посыпать серединку желтеньким. Немножко разбавлю свою композицию вот таким сухим китайским красителем. Немножко вот так. Насадку, галочку для листика я взяла. Окрасила топ-продукт зеленый плюс кредо персик немножко. Я взяла насадку трубочка 5 миллиметров и буду делать дополнительную зелень, цветочки. Ну вот такой сегодня торт получился. Я вот где желтенькие точки еще добавила беленьких. Также пакетик срезала и добавила немножко. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!